Добрый вечер. Добрый вечер, друзья. Очень рада вас приветствовать в этом замечательном клубе. Позвольте представиться, меня зовут Иван Фармаковский. Я буду для вас играть сегодня не один, а в компании замечательных совершенно музыкантов. Разрешите их представить. На контрабасе для вас сегодня будет играть Сергей Хутас. На барабанах замечательный барабанщик Игнат Кравцов. Ну и мы для вас сегодня будем играть не совсем обычную для джазовой музыки программу. Мы будем коверкать советские песни в джазовых обработках. Так что я думаю, что вы их всех прекрасно знаете, и объявлять их вряд ли имеет смысл. Ну, в общем, можем поиграть в игру, если вы узнаете, вы можете похлопать. А если не узнаете, можете просто похлопать, но не так громко. В общем, мы начинаем. Thank you.
Следующую песню я все-таки объявлю, потому что, может быть, не все ее знают. Это замечательная песня Юрия Саульского, которая называется «Татьянин день». Thank you.
Алексей Шубин, замечательный наш настройщик, сказал, что необходимо брать обязательно одну ноту. Я с ним согласен. На неисправленных нотах нам нельзя выступать. Алексей Шубин, приветствую, товарищ. Я пообещал, что не буду объявлять, но ситуация так складывается, я с радостью скажу, что следующий композиция, которую мы будем играть, одна из самых моих любимых, равно как и композитор, который я написал, это Никита Богословский. А называется она «Три года ты мне снился». Thank you.
Спасибо. Спасибо огромное. Игнат Красов, барабан. Сергей Худос, контрабас. Если ты не композитор, это замечательный наш российский композитор Константин Перзнер. Он написал именно эту замечательную оранжевую песню. А следующим номером программы, я думаю, что мы сыграем для вас одну очень известную песню, которую вы слышали наверняка практически каждый вечер, особенно если у вас есть дети, да и, собственно, и... В общем, самая главная задача для вас – это не поддаться инфекционному желанию поспать.
Спасибо огромное. Игнат Краснов. Еще раз. Сергей Худос. Спасибо огромное. Мы помним, для вас все сыграем. Немного, просто мы решили все-таки не делать перерыва и сыграть весь концерт в одном отделении. И сейчас прозвучит очень интересная композиция, которую вы все наверняка знаете. Единственное, она не принадлежит перу российских композиторов. Thank you.
Спасибо. Еще раз. Игнат Кравцов. Сергей Кудас. Спасибо огромное. Ну и в завершении нашего концерта хотел вас поблагодарить, что вы все-таки пришли на наш концерт. И то, что в зале значительно больше вас, чем нас на сцене. Это очень приятно. И в завершение мы сыграем, сделаем исключение из правил нашей программы и сыграем авторскую композицию. Это композиция принадлежит мне, я написал сценарий недавно, называется «Хромосом блюз», что в переводе с английского означает «блюз хромосом».
Спасибо, спасибо еще раз огромное. Спасибо за ваши аплодисменты. Еще раз Игнат Кравцов, барабан. Сергей Худос, контрабас. Спасибо большое, меня зовут Иван Хмадовский. Мне было очень приятно еще раз говорить. Спасибо. До следующих встреч.
раз. Спасибо огромное. Игнат Ростов, Сергей Кудрис, Иван Смоковский. Спасибо. Спасибо.